Что ж, давайте-ка, друзья мои, попробуем забрать на свои шмоточки. От драконьих лап. Не очень мне эта идея вся нравится, но походу мне там вообще все в ноль раскочегарили. Так, 20 минут у меня есть. Засёк. Это, блин, не весело все будет. Они мне, гады... Не, ну, кстати, броня-то как хорошо держит, обратите внимание. Если бы они мне не сломали вот этот нагрудник, я бы там, думаю, смог выжить бы. Но вот как мне с драконом сражаться, я... Чё-то как-то не представляю. Захлебнулся, бедолага, захлебнулся. Тирекс умер. Мне, блин, как назло, нет даже топора его разделать. О, блин, еще и медленно плыву. Бедолага, Тирекс захлебнулся. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, все, воздуха не хватило, да? Ладно, у меня хоть какая-то радостная новость сегодня будет. Сейчас только главное доплыть до берега. Никого не встретить. Не, ну это вообще прикольно. Кстати, надо было попробовать Тирекс туда привезти. Не, ну с драконом воевать, это, блин, конечно, интересное занятие. Вот только вопрос в том, мне турели, скорее всего, нужны будут. Здесь без турели вообще никак, поход дела. Там, если я на острове своем этих драконов отгоняю более-менее, здесь вообще никак не вариант. Блин. Постель, скорее всего, он мне в ноль раскочегарил. Засада, засада, друзья мои, засада. Засадили меня так, что мало не покажется. Ну ладно. Прорвемся. Так, этот мирный. Этот не мирный. А чё, он на меня внимания даже не обратил? Чё, ему голые мужики не нравятся? Ему ж всё равно, какое мясо. Так, и к тому же мясо без этой, без обертки. Мясо, мясо. Одно, знаете, консервная банка, к примеру, тут тебе кусок целый предлагают. Там их аж два, смотрите там. Бронтозавры или титанозавры. Не могу никак понять из-за бесподзорной трубы, которую я посеял. Кто они такие? Так, волокно, тинобелия, убери сочная мякоть кактуса. Вот кактуса, конечно, сочная мякоть мне пригодится сейчас. Хотя бы от голода не буду дохнуть. Так, волокно, кактусик. Кактусик покушаем обязательно сейчас. Так, 14 штук, да? Небольшой перекус и пошли дальше. На повышение уровня. Пас. Потом подумаем, главное сейчас живых остаться. Так, не, броню надо, точнее, ЕХП до пятихатки качать, это полюбас. Так, один дракон летает. Это, скорее всего, тот дракон. А, ну я понял, что это за дракошка? А, этот прикол-то я догнал. Вероятнее всего, друзья мои, этого дракона я и привел с собой. Как от него избавиться, в общем, вопрос. Да. Забавный. Ух, ёб. Налево их двое ж. Так. Они под водой не атакуют, да? Но тут их столько. Тут, короче, гнездо где-то у них. Не, гнездо надо... Три! А, так это... Я, короче, уже не понимаю, где тут кто летает. А, немного тихо шифером шурша, едет крышка не спеша. Ну да, там дракон это 100%. А тут гадалки не ходи. Так, надо попить что-нибудь. За мной увязался. Повышение уровня.
Кстати, мужики, вы со своим повышением уровня шли бы куда интересом, а? Так, спасибо, природа. Ты мне помогаешь, как всегда. Ладно, вода у меня теперь на норме. Сейчас отморозимся и все, что можно. Вот это будет весело. То есть ветерочек был маленький, потом стал большим. Нет, слишком много драконов. Слишком. Я не выживу. Что здесь происходит на этом островочке-то такое? Так, прошло 5 минут. А простите, пожалуйста, тут время засек просто. Ага, этот хрен оттуда улетел сам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где там вообще мой островочек маленький? Где мой миленький маленький остров? Какой миленький маленький пушистенький. Главное, чтобы дракона рядом не летал. А, вон он. Я, блин, с другой стороны аж пришел, ни хрена себе дал. Да, блин. Веселуха, я вам скажу, веселуха. Ёптать. Простите, пожалуйста. Так, ну дракон свалил. Эта хрень от меня так просто не свалит, да? Мне нужно как-то срочно попасть туда. Я надеюсь, я смогу это сделать и успею. Блин, не успею, да? Ну ё-моё, ты, козёл, меня опять ждал. Чтоб ты сдох там, подавился водой. Вот мерзость-то какая, блин. Так, ладно, возродиться. Вот скос тут-то как... Какого я... Я ж где нажал возродиться? На постели. Твою ж налево. Блин, теперь надо быстренько умереть. Иначе я шмотки посею. Столь таким тяжелым трудом добытую кожу я посеять не хочу. Так, ладно. Не хотел я этим пользоваться, но, видно, придется. Где она? Так. Don't drink the grapefruit. Так. Блин. Пока я разберусь здесь, что как чему... А, вон, змея. Сейчас она меня сожрет быстренько. Так, ты, таракан, давай меня убивай, срочно. Конечно, он меня убьет с разбегу. Вот, ядрить налево. Давай, голем, убивай меня. Давайте быстрее. Спасибо, ребята, я всегда за вас. Так. Понятно, там кровати у меня нету. Возродиться на double bed. И в срочном порядке горцуем. Времени остается мало. Так, а вот теперь проблема. Проблема серьезная. В частности, она касается того, что... Блин, а как мне от этих... Досранцев-то убежать. Надо их уводить куда-нибудь. Засада. Ладно, единственный плюс здесь мы Терекса потопили.
Да. Если не одно, так третье. Так, лады, сейчас доплыву. Так, так, так. Надо думать. Ай, жалко, кровать мне там снесли. Вот это проблема. Ну хотя ладно, фиг с ним. Там ничего особенного у меня нет со шмоток. Вот если мне там дадут люлей, это будет неприкольно. Зараза. Засада, засада, друзья. И чё, доплывем, что-нибудь придумаем. Насколько я полагаю, надо слушать по ветру вот эти вот все бури, всякая остальная буквиня. Так, восстановление и в путь. Так, единственный вариант, который я вижу, сейчас этих всех засранцев вывести. О, он меня что, не видит, что ли? У него дальность обзора — это просто кошмар. Да, дальность обзора у него жуткая. Маленькая. Так, сейчас тогда мы этих крокодайлов подальше отведем. Попробуем доплыть. Присядочку, так. Что мне повышение уровня, блин? Я бэтпак профукал. Вот это вот обидно. Мне он крайне необходим. Если я сейчас кожу уже не надыбу, это я, блин, буду очень сильно обижен. Так, ладно, давайте-ка я скорость качну до 110 уж. Он мне достанет это. А, достаточно повышения уровня. Нет этого повышения уровня. Вон они там шатаются. Сейчас надо их отвлечь. Подальше отвести. И быренько убежать. Что эта мелкая хрень за мной увязалась? Ого, их там. Так, все ко мне. Налево, твою направо, а мою напополам. Поняла, что имел в тебя в виду. Так, мне надо вот этих вот засранцев всех увести. С кем вы там махаетесь? Он сумер. Ага. Да иди ты лесом. Боковым ударом, вот это нечестно. Так. Сколько их там? Боже мой. Какое их там количество бешеное. Их там просто бешеное, друзья мои, количество. Так, ну отсюда я могу, по идее, доплыть быстренько и добежать. Так, время, время. Отлично, все. По идее, я должен был успеть до исчезновения шмоток. Но это звездец, я не успел. Твою же маху. Да что ты на меня смотришь-то? Да. Вот звездец. Ну жрите меня, хрен ты с вами, мудил.
Сейчас пробегусь, конечно, здесь. Вот не хранятся шмотки. Либо их дракон уничтожил. Либо их отнесло куда-нибудь. Давай, дожирай меня уже. Я сейчас на постели резко. Ну что ж, на этом, пожалуй, серию буду заканчивать. Ой, бляха-муха. Ну, так долго пытался и нарвался на дракона. Блин. У меня хоть что-то там, печка-то, блин, переплавилась. А, ну железо, кстати, нормально, нормально. Так, ладно. Оружие, что я могу сделать? Боеприпасы пока не могу. Книгу пока не могу. Огнестрел не могу. Стрелковое не могу. Я не могу, какого лишего я не могу ничего сделать. Так, стоять. Понятно все. Почему я ничего не могу? Так, снаряжение. Так, стопы, огнестрел, стрелковое, ближний бой. Че, что ли, папка вверх? Ох, ё-моё. Так, металл. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько там осталось? Так, ладно. С огнестрелом, конечно, немножко подзавяжем. Оружие. Ближний бой. Ладненько, дорогие друзья, буду на этом, пожалуй, пока заканчивать. Тихо, медленно, плавненько. Так, 12 патронов. Сейчас, если буду здесь опять вооружение делать, попробую бегать опять туда же, взять шкур, забежать обратно. Ну, хотя я это сниму, скорее всего. Ну, интересно, кто-то посмотрит. Если смогу взять шкур, то это будет хорошо. Тогда у меня будет все просто прекрасно. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Это было мое хардкорное прохождение. Всем удачи. Всем пока. Так, слиток металла, порох. Интересно.